Накануне праздника Великой Победы в школе провели встречу с ветеранами и познакомили гостей с экспозицией уникального музея 51-й армии. Здесь хранятся снаряды времен Великой Отечественной, оружие, фотографии героев, вырезки из газет и подлинники писем. Младшему поколению желаю я защитить свою родину. Это служить своей родине, любить и служить своей родине. Сегодня школьному музею преподнесли в подарок новый памятный экспонат. Внутри этой капсулы земля с Пискаревского кладбища, место массового захоронения жертв ленинградской блокады. Капсулу привезли гости из северной столицы и передали главе Крыма. Эта капсула будет передана в дар музею, займет почетное место в экспозиции этого музея, для того, чтобы детки, которые здесь обучаются, школа специализируется на патриотическом воспитании молодежи, могли больше узнать о Великой Отечественной войне, могли помнить о подвигах наших дедов и прадедов и, соответственно, передавать это дальше из поколения в поколение. Мы надеемся, что это будет новый экспонат, и будет нами будет собрана новая экспозиция, уже посвящена именно блокаде Ленинграда. Совсем недавно в школе произошло еще одно событие. Их музей официально зарегистрировали. Этому школьному культурному центру уже больше 30 лет. Ребята постоянно ведут поисковые работы, ухаживают за могилами героев войны, собирают воспоминания участников боевых действий. Каждое поколение вносит в музей свою частичку ценной памяти о Великой Отечественной. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.